Это событие, конечно, очень важно, и оно всегда будет важным, потому что это благо для наших жителей. Жители, которые не имели остановочных комплексов, приходилось стоять. В общем, вы понимаете, дождь и снег, и слякоть, не с покрытой головой. Но сегодня мы имеем уже четвертую остановку по нашему плану. Еще будет, я надеюсь, будет пятая. И тогда мы действительно уже будем обеспечены остановками в нашем микрорайоне. Это немаловажное событие, поэтому она сегодня, как говорится, занимает и, наверное, финансовые какие-то немалые средства, которые невозможно жителям сегодня это оплатить или сделать самим. А с помощью Александра Семеновича эти дела делаются, и спасибо большое ему от жителей микрорайона, я думаю, они еще сами по себе отблагодарят, и от СОНА, и ветеранского совета. Вот у нас здесь есть представитель ветеранского совета, который тоже может сказать о том, какую помощь большую делает для нас Пресман. Это наш действительно депутат Верховной Рады. Это единственный на сегодняшний человек, с которым мы продолжаем общаться уже более 5 лет. Я просто хочу дополнить, как председатель ветеранов, потому что в основном это благо сделано для людей пожилого возраста. И 5 или 10 лет, наверное, к ряду я просила всех предыдущих депутатов, никто нам не реагировал на вот эту просьбу. Спасибо огромное, и мы ему очень будем благодарны за все, что кроме остановок он нам отзывается на праздники, мы поздравляем своих ветеранов с его подачей. Поэтому пусть ему будет здоровье, а мы будем надеяться на будущее.